Всем привет, мои дорогие! И снова Светлана на кухне. В субботу просидела дома, очень много работала. Сейчас у нас такая активность, промоушен заканчивается. И никуда не вышла. Сегодня воскресенье, я снова дома. И что делаю? Я буду печь печенье легкое, очень быстро делается. Но столько нужно возни, чтобы его найти рецепт. Но, слава богу, у меня такая хорошая подружечка есть, которая меня снабжает. Еще она там мне прислала видео с тестом. Но я вот достала это все припасы. Думаю, я не смогу снять столько видео. Это очень трудно. Почему это трудно снимать кулинарные видео? Я еще раз повторюсь. Потому что, во-первых, нужно нормальную посуду, где мы можем в любой миске приготовить, кто не видит. А если, не дай бог, у нас будет нехорошее что-то, грязное или старенькое, тут все нас заклюют. Во-вторых, нужно и снимать, и готовить, и чтобы руки были в порядке, понимаете, все было в порядке, еще чтобы была я красивая. Но печенье белого цвета будет, светлое, не какао. И я вот покажу вам обязательно. Смотрите видео отдельно, где будет этот рецепт печенья, потому что не хочу сейчас мои влоги переплетать с рецептами. Если кому-то вдруг станет интересен рецепт, ему надоест смотреть влоги, и он перекрутит, а это мне не нужно. Так, ну что, мои дорогие, я тогда буду готовиться и записывать вам. Ну, а там посмотрим, чем мы будем заниматься. Наверное, мое воскресенье будет дома, потому что мне очень много ждет работы. Но только после того, как я накормлю. И мы, кстати, будем пить кофе скоро с моим мужем, с Махалиби. Ну, а я сейчас должна приготовиться, одеть очередную косыночку. И так буду готовить. А вот и я, Светлана, та-ра-та-та-та-ра-та. Мой муж был удивлен. Но я сегодня решила вот так повязать себе голову. Буду сейчас начинать печь для вас, мои дорогие. Немножко повыше подниму. Я босиком. Видите, я босиком. Настолько приятно стоять сейчас босиком. И буду начинать готовить. Ну что, мои дорогие? Поехала я, потом с вами, может, побеседую, если успею. Нелегкое это дело снимать видеорецепты кулинарийные. Такой бардак на кухне, даже стыдно вам показывать. Сейчас я хочу, знаете, что сделать одним махом? Замесить тесто, хрущевское называется тесто, на булочке. Но ему нужно долго стоять, поэтому делаю впервые. Если получатся вкусные булочки и само тесто, я поделюсь обязательно этим рецептом. Не буду его сейчас записывать, так что не обижайтесь. Сначала проверю на себе, а потом и вам покажу. Но что касается печенья, оно всегда получится, а тесто нужно возиться долго. И приступаю, короче говоря, к замешиванию сдобного теста, хрущевское тесто. Вот печенье готово у меня. Рецепт смотрите в следующем видео. А я сейчас занимаюсь тестом хрущевским. Все сразу делаю. Ну, кошмар, какая хозяйка. Ну все, печенье я испекла. Тесто я замесила. На 4 часа его в холодильник поменим. Можно и до утра, а можно и вообще держать его все время в холодильнике. Сейчас буду разбирать бардак на кухне. Если вы видели, вы бы испугались. Боже ты мой. И как жарко-то, как жарко. Как жарко, жарко. Буду готовить кофе. У нас тут мухалеби есть. Мы будем пить кофе с мухалеби. Ой, аж взмокла. У нас уже, кстати, жара такая в Мерсине. Давайте вам на балкон отведу. Что интересного у нас на балконе? Мои цветочечки, цветочечки мои. Лето пришло в Мерсин, лето уже так жарко. Наконец-то. Наконец-то пришло лето к нам, друзья мои. Мои цветы приходят в себя постепенно. Старые все равно испорченные. Его нужно оторвать эти листья.
Понимаете, сколько новых уже появится сейчас вместо них. Это что такое? Неужели опять тля? Господи. Видите, новые листики появились. Новые листики стали появляться. А старые все нужно оторвать. Так, вот это лучше не трону, а то так легко, кстати, отрывается. Раз, не могу что-то оторвать. Не могу оторвать. Я тут посадила еще кое-что. Мы посмотрим, когда взойдет. А вот мой перчик пересаженный. Этот цветок тоже приходит в себя. В парке вчера до 12 часов дети гуляли, до 12. Не спится им, я тут уже после 11 вчера отключилась. Видите, как у нас днем? Сейчас, когда началось лето, все, на улице в это время никого не будет, только ненормальные туристы. Ненормальные туристы, турки боятся жару, боятся, мои дорогие. Все, пошла я заниматься делами, уборкой, кофе буду готовить. Всего вам хорошего. Сейчас все прибралось, хочу приготовить кофе. И решила показать вам кое-что. Вы помните, друг приходил, поздравил моего мужа. Принес вот такой вот подарок. Вот такой вот подарок принес. Кофейные чашки. Я решила, вспомнила. Говорит, ну-ка, сейчас мы использую их. Эти кофейные чашечки. Посмотрите, какие они миленькие. Ну, сейчас я, естественно, их помою. Посмотрите, какие миленькие, да? И вот стаканчик еще к ним для водички. Вот классно, на двоих. Вот такой вот друг подарочек сделал нам. Хороший друг. Я его очень уважаю. Так, сейчас я эти помою стаканчики с таким печенечком и мухалеби. Видите? Ой, балую я себя. Балую, балую. У нас на йоге начались танцы. То есть я еще и начала заниматься танцами. Зумба, танцы, йога. Сколько движения. Вот знаете что, вы меня извините, я уже не могу, не могу, не могу. На той неделе буду краситься. Не могу, друзья мои, в этой чалме. Как я вам, бабаюшка. Ой, аж легче стало, когда сняла. Мои дорогие, здесь у меня, знаете что? Доместос. Я тряпочки свои мою в доместосе. Потом их так полощу. И все, наконец-то прибралась, более-менее. Более-менее прибралась. Харахура нам не нужна. Сейчас тряпочки эти помою. До местоси. Надо сесть почитать ваши комментарии. Давно не читала. Давно не портила себе настроение. Но это нужно делать. По-другому никак нельзя. Все, мои дорогие, готовлю кофе, мою стаканы, готовлю кофе и отдыхать буду. Нет, меня ждут мои партнеры. Ну вот, кофе готово. Иду я поить моего мужа. Приятно вам кофе пить, и вам, и нам. Ой, какой у нас кофе вкусный, печенечки вкусные. Ашка, знаете, что сказал, что я самая лучшая женщина в мире? Да, Ашка? Да. Приятного нам аппетита. И мы перешли с мужем на балкон.
Всем доброго вечера. После вкусного ужина мы решили с мужем выпить кофеек на набережной. Посмотрите, сколько людей на набережной. Сколько людей на набережной, вы просто посмотрите. Вот так вот у нас весело. Мы взяли кофеек, печенюшки. И вот сейчас хотим пройтись чуть-чуть. А потом сядем и выпьем кофеек. Уже тепло, друзья. Я вот вышла в таких тапочках, ходила брючки. И как есть, так и есть. Парфюмчик и больше ничего. В Грузии бы я так не вышла. Вы знаете почему? Потому что я даже мусор, помню, никогда не выбрасывала, если у меня не было макияжа. А здесь привыкла. Ну что, пошли мы, друзья мои. Еле место нашли. Представляете, еле место нашли. Они не хотят даже расходиться. Смотрите, как хорошо устроили. Кто-то костер делает. Костер. Газовый баллончик. Ой. А мы в это время сидим дома. Люди, вот смотрите, как отдыхают. Такой ветерочек прохладный. Видите, какой мальчик хороший. Дети у них не спят допоздна. Все. Будем кайфовать со Шкиром. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.